Слушай, медведь, что ты тут делаешь? На остановке стою. Чё, прям стоишь на остановке? Прям на остановке. Бадунц. Чёрт, я упал. Ты Все. упал на остановке! С остановки. Пам-пам! И всем привет, дорогие друзья, с вами два мега-пранкера, это Медведь и Андрей, и сегодняшний мы будем пранковать других людей в этом мире, городе GTA, Майнкрафте, в который вы тоже можете зайти и с нами попранковать других людей, и сейчас мы придумаем, что мы будем пранковать, наверное, вот этих вот трамвайщиков, сейчас мы что-нибудь придумаем. И сегодняшним пранком наших трамвайщиков будет, остановится ли трамвай, чтобы не переехать простого человека, вот у нас есть пранкер. Вот у него небритые Социальный. ноги. Господи, как тебя писить? Я не знаю. Меня заставили, да я так, и так уже писал. Подожди, меня стой. Же бомж. Ты же этот, ты же мега-пранкер, который рискует жизнью. Тихо, не этот. А, смотри, ты вот здесь ждешь трамвая, а я пойду гляну, есть ли трамвай. Если что, я тебе не скажу, чтобы тебя, ну, типа, если не остановится, чтобы я не будет... встал. Да, то есть ты там жди. Я тебе скажу, когда едет трамвай, и я тебе, ну, я сам хочу посмотреть, становится ли он. Ой, там пожарная поехала. Fire. Ой, ой, трамвай, трамвай, трамвай! Не сейчас на всей скорости! Мне страшно, мне смеет! Мне кажется, пранк не удался. Медведь, ты жив? Ну такое. Медведь, ты что, умер? Да я умер, конечно. Я сейчас сяду в этот трамвай. Подожди, я сяду в этот трамвай и приеду к тебе, чтобы тебя спасти. У меня подключено. Все, жди. Меня выкинули с трамвая. Ладно, я сел в другой. Погоди. О, следующая остановка ФБР. Чё? Я проверился, у меня нет спида и диареи. Жизнь прекрасна. У тебя ничего нет? Как ты живешь? Мне кажется, ты скучно живешь. Черт, меня с трамвая выкидывают. Зараза. Медведь, медведь, как ты? Ты вышел с больницы? Ну да, это же не тюрьма, меня выпустили как бы без проблем. Слушай, ты что, там денег забашлял, чтобы тебя выпустили? Ты что? Да, нет, вообще на самом деле я бесплатно полечился. Вот прям бесплатная медицина, правда мне какие-то клизмы ставили, но на то она бесплатная, понимаешь. Я просто, подожди, ты остался доволен результатами медицины? Как, конечно, клизмы бесплатные, что ты хочешь. Я знал, что вам понравится. Я, кстати, еду на трамвае, тот, который тебя сбил. Ну, это типа такой троллинг. Типа тебя сбил трамвай, и я на трамвае. Типа, дорогой, не напоминай, да, вечером родителям о том, что моего отца сбил трамвай. Типа, слушай, спустя две рюмки. Спустя две рюмки тут трамвай, въехал в трамвай, понимаешь? Я пытаюсь выйти, пожалуйста, можно выйду? Пожалуйста, я умоляю, трамвай, отпусти! Трамвай! Отпусти! Я вышел. Фу! Так, ладно. Меня трамвай отпустил, и они трамвай въехал в трамвай. Ладно, давай встретимся. Я сейчас вкратце опишу, где я. О, машина. Давай. Погоди. У меня для тебя плохие новости, тут нет трамвайных колей. Черт, я не могу скоммунить машину. Так, она даже закрыта. Я примерно сейчас тебе скажу, где я. Так, медведь, нормально медведь, ты. Медведь, здравствуйте. Да. Здравствуйте. Вот и встретились два молодых человека. Знаете, что я вам предлагаю? Дыхалка. Стой. Смотри, какой переулок. Господи, какой он опасный, я прям чувствую, как будто мы в паяке. Да-д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 а
крутая карьерная лестница. Хочешь, я тебе покажу твое будущее? Вау. Я пошел. Вот в принципе, будущее. Вот в принципе оно. Ура! Ты. Стой, подожди, а я занимаюсь паркуром. Паркур! Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Смотри, как я по крыше бегаю. Паркур! Ну ладно, ну, почти. Так, ну такое себе. Слушай, я вам предлагаю. Ты меня ударил? Нет, я случайно махнул рукой. Ой, махнул. Мне кажется, это неуважение. Неуважение к бомжам. Мое неуважение. Иди сюда. Что мы делаем? Я тебя пытаюсь побороть. А где моя лопата, собственно? Собственно, в огороде! Ну это так, типа, так, шутка, все, ты пошел. Так, стой, я тебе предлагаю что-нибудь купить. Я хочу купить телефон, лопату, цветы и майку. Что это такое? Трамвайное депо, давай зайдем в трамвайное депо, там, скорее всего, продаются лопаты. Я не знаю, почему в депо должны продаваться лопаты. Но... Ну, это ж твоя логика, ты чё? Так, все, тихо, стой, я забегаю.
О! Ну, майка там точно должна быть. Трамвайное депо. Гардероб. Вот тут стопудово одежда есть. О-о-о, я хочу. Вы не работаете водителем трамвая. Все ясно. Уйди. У-у-у, молодой человек. Мне, извините. Мне кажется, вы отгребаете. Сюда. Ой, трамвай проехал. Ты сел в этот трамвай, что ли? А. Нет. То есть ты решил спрятаться? Как спрятаться от Андрюши? Все, я понял. Ладно, так, давай-ка найдем какой-нибудь магазин. Так, слушай, тут мы подцепили такси. Медведь. О, как сесть, как сесть. На Г, на Г. Ой, на Г, да подожди, на Г, на Г, на Г. На Г. Привет. О, хорош. Нам, пожалуйста, на Грув Стрит. Нет, скажи, что нам магазин надо. Все нормально. Все нормально, все нормально. Ну ладно. А как мы ему платить будем? Я не знаю, тебе деньги. Ладно, я выбегу, убегу. Ты думаешь, типа, милицию не вызвать или что? Надеюсь, что нет. Ладно, в любом случае, поездочка будет долгой. И, как вы могли заметить, у меня на балансе 158 953 рубля. Это значит только одно, что мои любимые подписчики заходили по моему промокоду, писали мой промокод, и мне, и им добавлялись денежки. Так что, ребятки, в описании, короче, можете зайти на этот сервер и при регистрации указать вот этот промокод, который указан. Я надеюсь, он еще работает. И я получу денежку. Буду тратить ее на шикарную жизнь, там, на шкур, на кэш, на машину. Бомж такой, но не на одежду. Не, подожди, я куплю одежду. И после чего и вы тоже получите денежку, чтобы вам было проще. Так что все, мы едем на Грув Стрит, и мы через секунду будем там, а вы нас увидите уже там. Магия монтажа. Ну вот, в принципе, мы и доехали. Я попросил восстановить, я ему уже дал денежку. Медведь, ты тоже дал. Все, мы с ним рассчитались. Скинулся. Спасибо большое, таксист. Максим, до свидания. Надеюсь, у вас все будет хорошо в жизни. Счастья вам, здоровья. А мы решили, короче, одеться. Медведь, ты хочешь одеться? Я хочу купить этот дом, подожди. Я узнаю, сколько он стоит. Ну, я думаю, что у тебя челюсть отвалится, когда ты узнаешь, сколько он стоит. Я, конечно, не на что. Я вижу чувака из GTA. Это такой нигер, который там помогал. Пау-пау, пиу-пау-пау. Так сколько эта штука стоит? Который жирный, который предатель? Нет, который не предатель. 373 тысячи. Ребят, мне нужна ваша помощь. За такую коробку! Ты посмотри, какая это коробка! Просто 4 стены, говорит, немного! У тебя в Майнкрафте домики не лучше. Да ладно, нормальный домик. Отлично, я бы сказал. Но за такую цену вообще смешной. Не, ну если тебе по промокоду будут входить твои подписчики и вводить, то ты скоро купишь себе дом наконец-то. Да, да, ребятки, слушайте, помогите мне реально. То есть у меня уже половина есть, ну, чуть меньше, но я думаю, что если вы еще пару раз зарегистрируетесь, пару сотен раз, я думаю, что мне накинут. Стоимость входа 200 баксов, чувак. Ты можешь себе это нормально позволить? Ну, хоть и оденемся. Так, подожди. Ты смог себе это позволить? Вы хотите перейти к выбору одежды? Да! 5000 за какого-то бомжа? Чё? Типа, ну так... 15 кусков? 30 кусков? Андрей, можешь мне перечислить немножко денег? 75 кусков! 75? 100 кусков! 125! 125 кусков! Тут, Андрей, за 750 есть. Да, я понял, что я начал с маленького. Слушай, я тут подумал, что, наверное, ну, типа, нахрен дом. Бомжами быть неплохо. Я подумал, ну нахрен дом, если я могу стать Элвисом. 150 тысяч, 125. У меня есть 150 тысяч, я могу стать крутым чуваком. Или, типа, стать более дешевым чуваком, но там еще купить машину какую-нибудь. Мне нравится, наверное, вот этот вот чувак. Ладно, я буду этим. А у тебя сколько не хватает, скажи мне? Сколько у тебя сейчас? Да все, я уже купил хотя бы не бомжа. Йоу, я в трениках такой мачки за ВДВ. Фу. Ай, в смысле, алло? Я повыше буду, иди сюда, быстро. Блок, а ну блок. Давай, я ставлю блок, давай. Оп, контрудар, оп.
Оп, блок. Ставим блок. Ой, к нам это... Бомж прибежал, давай его отмочим. Ребят, тех. Дом не нужен? Нужен? Давай. Вообще-то нужен, давай. Если что, так. Мне кажется, или сейчас этот черный риэлтор кинет нас на дом? Если он сейчас скажет, переведите деньги на этот счет. Дайте нам пароль от вашей карточки, да? Да, это, мне кажется, это будет немножко так, ну... О, он за 260 штук хочет продать. Вы согласны? Да, я согласен. У меня нет столько денег, блин. А что он хочет тебе продать? Он не за 260 штук хочет продать лем, который стоит 220. Мне кажется, здесь некий этот... Давай скажу. Мне нужно посоветоваться с мамой. Окей? Не, ну типа, я не против, только он нас хочет кинуть на пару десятков. У вас пишет, денег нету. Подожди, деньги. У меня все есть. Дома под подушкой, чтобы купить дом, он дома. Ты понимаешь? У меня деньги дома, чтобы я мог купить еще один дом. Да. Все, пошли, это мне не нравится. Он кидал какой-то, он хочет наступать. Воу-воу-воу-воу! Мне кажется, этот чувак умер. Кто-то совершил невыгодную сделку! Очень невыгодная сделка, все, его нету. Он умер, я видел прям, как он умирает. Тот момент, когда не смог выторговать. Так, слушай, что это за машина? Я хочу, наверное, ее. Погоди. Так. Ты тебе сейчас скажешь, что у вас нету ключей от этого транспорта. Мне не просто ничего не сказала, мне сказала, типа, вываляйте на бомж. Так, а идем сюда, зайдем еще. For sale. Стоимость входа 100. Да пофиг. А, тут хавка. Тут, походу, можно здоровье зарегенить. Тут смотри. О, телефон! А тут телефон можно купить, да? Да. Телефон. Шикарно. Маска. Телефонный номер. Номер должен состоять из 6 цифр. Первая цифра не должна быть 0. 8 800 5 5 5 5 5 раз, 2, 3, 4, 5, 6. А, вот все. 8 8 0 0 5 5. Ошибка, такой номер уже... Серьезно? Типа... Серьезно? Я подозреваю, что это будет сложно. Давай. 3-3-4. Андрей, просто ты купить телефон, тебе автоматически номер дадут. А я хочу блатной номер. Да, все блатные номера заняты, извините. 1-3-5-7-9-0. Так, я запишу свой номер. Какой номер уже использовать? 9-9-8-7-1-7. Что за бред, серьезно? Я записал. А купи телефон, да и все. Телефонная книга. Давай телефонную книгу купим. Фотоаппарат давай купим. Давай купим часы. Давай купим маску. Давай купим аптечку. Давай купим бумбокс. Лопату. МП3. Андрей, дай мне денег, я тоже хочу. На что именно тебе дать? У меня тут еще осталось немножко. Ну на все. Ой, ё-моё, смотри, ограбитель. Смотри. Пэй. Я грабитель. Стой. Стой рядом со мной. 312, давай я тебе дам. 20... Я могу тебе только 5000 передать за раз. Извините. Я думаю, тебе хватит. Ну да, в реальной жизни так. Сука, как ты маску делал? Маск. Маск? А что это даст? Маск. О, знаешь, что дает маска? Ваше местоположение на GPS скрыто на 10 минут. То есть ты можешь грабануть магазин и свалить. У меня волосы торчат из маски, медведь, у меня плохо. У меня все плохо. Черт. Слушай, а как тут работает, интересно, бумбокс? Не знаю. Команда, подожди. Так, слэш, бумбокс. Поставить бумбокс, включить бумбокс. Поставить бумбокс. Воу. Девин, а вот он. Вот. Давай следующая команда. Включить бумбокс. Шансон.
Ну нет. Ое. Включить бумбокс, давай. Кис. О, да, детка. Оно того стоит, честно. Ладно, все. Тебе нравится, как я танцую? Ты в маске, ты некрасивый. Ты лицо свое видел? Это свое видел? Ну не видел, оно же в маске. Так, как перестать танцевать, спросите. Что ты делаешь? У меня чуть не сбили. У меня сбитый дурак. Как перестать танцевать, я не могу остановить. Замотай, Тарик. Андрей, спаси меня. Помоги. На машину кувыркай. Пожарные, потушите меня, я сегодня огонь. Зажег. Ну ты, конечно, сегодня зажег. Андрей, убей меня. Даже удар кулаком всем в лицо не вырубает тебя. Пристрели меня. Попробуй нажать кэп. Что ты делаешь? Ты зачем стриптиза? Странно видеть этого чувака в маске и в тельняшке. Прекрасно. Я плачу. Перестань, я тебя умоляю. Я не могу остановить. Нажми пробел, пожалуйста. Жму. А shift. А, так, стоп. Пожалуйста, остановите. А удар? Тебе ничего не помогает, да? Нет. Я пойду попрошу тебя сбить, погоди. Отлично. Так, парни, помогите чела сбить на углу. Он затанцевался. Мне кажется, им пофиг на меня. Ой, меня стрелять начали, медведь. Мне хана, я из-за тебя умру. Вот иди сюда, беги за меня, спрячься. Пусть они меня убьют. Подожди, стой, погоди, я пойду сбегу в этот. Аптечку куплю. Я же не хочу умирать. Пожалуйста, спасите. А, мы же там, мы же грабители. Пробел не помогает, понимаешь? Трава, сбей! Стой! Ладно, да. Здесь я пошел, все, я кончаю серию. Все, удачи тебе там, счастья, здоровья. Всем спасибо большое, ребятки, за просмотр. Я надеюсь, вы поможете мне набрать на новый дом. Я немножко потратился, но... Стой, такси, стой, я тебе сейчас помогу. Стой, такси, дурак. А, ладно, черт с ним. Как вы видите... Медведь у нас остается танчить, а я заканчиваю эту серию. Еще раз вас прошу перейти по ссылке и ввести мой промокод, чтобы мне накинуть... Ты идиот. Я не могу перестать. В общем... Это сервер наших друзей. Мы здесь играть будем еще долго, так что заходите, встречайте нас. Вот Илья Бир и Андрей Шавель, встречайте нас. Мы вас можем вставить в видосики, если вы нас найдете. Так что мы вас ждем. А я пока закончу видео. Пожалуйста, медведь. Пожалуйста. Ну, приди в здравый смысл. Пристрелите меня. Ладно. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.